Сегодня 9 мая. Решили мы досадить горох вот на этом участочке. Вот от той белой теплицы. Вот сюда вышло у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 рядков вышло в рядку по 100 семян. Этот горох я высаживал 2 недели назад. Вот такой он уже вырос. Сорт гороха Прилада, который не требует полива. Ну, при урожайности с куста 500 грамм планируем получить 3 тонны гороха. Не знаю, какая у него цена будет, когда он поспеет, но около 3 тонн должно быть урожая вот с этого участка. Смотрите видео и увидите, сколько мы собрали отсюда семян. Всем спасибо.